Всем привет! У нас сегодня очень важный влог, исторический. Мой старший ребенок идет со мной на УЗИ смотреть младшего. Он очень давно этого желал, просил. И вот, наконец-таки, Милан, привет! Привет, парни! Парнишки, мы осуществляем, так получилось, нежданно-негаданно, его желание. Как раз запишу влог частичкой своей беременности, чтобы потом пересматривать. И радуется. Куда ты собрался, бежишь такой счастливый? Я счастливый, потому что я иду... Тебя никто не слышит. Куда ты идешь? Алекса смотреть. Сюда скажи. Алекса смотреть. Да? Бежим скорее. Бежим скорее. Сейчас, подожди. Будем мы в Авиценну, либо в доктор Петров, к одному моему приятелю, доктору, другу, наверное, даже не боюсь этого слова. Бежим, сынок. Фрейдину. Он принимает здесь. Вторую беременность мою уже ведет, диагностирует. Вот, так что здесь. Доктор Александр Фрейдин, лидер ФР, мы поговорим сегодня о бесплодии. Да? Самоварник на Куликовом поле. Девочки, я с великим чувством благодарности знакомлю вас с Александром, который является квалифицированным специалистом в ультразвуковой диагностике, а в миру добрейшим души человеком. Мальчика. О, толкнул меня ножкой. Перестань толкаться. А что же он должен делать? Он только и делает, что толкается, пока он ничего не может. Сейчас придавим его. Не надо его придавить. Послушать можно, а давить нельзя. Мамочка, идем. Куда идем? Сейчас будешь смотреть вот сюда на экран. Будешь? Да. А то ты вечно мне в интернете постоянно чужие УЗИ, мама, покажи. Давай свои будем смотреть. Давай чужие. Я знаю, чем мы сегодня будем заниматься. Будет мазать маме так сегодня вечером живот. Только не мешай. Только не мешай. Вон, смотри на экран. На экране смотри. Самое интересное все там. Опа, поймали. Непонятно, да? Поймали. А так, смотри. Понимаешь? Смотри. Лоб. Носик. Нос. Нос. Курносый нос опять, да? Подбородок. Мила, никого не напоминает тебе? Да, носик такой, аккуратненький, маленький. Ну, лучше маленькие пальчики. Как умеет. Братан твой. У него какие уже. Бедро мерить. Показываем. Ну тут пацан без вариантов. Все. Нет. Вот ты устал уже, да? Так хотел. Сердечко. Камерное все здесь. Оп. Нормально. Овальное окошко на месте. Оп. Сосуды. Сосуды выходят у нас. Оп. Сосуды выходят. Оп. Правильно. Вот здесь он прыгает. Это сосуды, твои любимые, как ты любишь книжки смотреть. Да, перекрест сосудов на месте. Устаю, мам. Устал. Вот такое врачебное. Врачебное дело, оно такое, видишь, какое. Не так все просто. Да. Графики там даже дать. Да, я уже делал. Там это самый приятный момент. Можно фотографию? Да, можно сюда. тебе. Вот, смотри. Угу. Давай. Ой, Мила, я как будто вернулась на 4 года назад. У тебя прям один в один профиль есть такой. 100%, очень похож. Очень похож. Иди сюда, профиль. Даже папу не надо приводить. Ну, да. Не пойдем к Малахову на тест ДНК. ДНК. Вот, мама, смотри. Вот. Вот. Так, 28,5. Здесь тоже разница была. Я своему малышарику. Там еще всякие одежки тоже внутри. Готовлюсь к поездке в роддом. Время озвучить, скажем так, условия, да, обещанные. Условия для розыгрыша того, кто угадает,
какого числа произойдет родовая деятельность, и ближайшее время к истинному. Победитель обязательно заберет свое вознаграждение денежное в размере 1000 рублей, но при этом он должен обязательно быть, естественно, подписанным на мой канал. И когда будет давать ответы каждый из вас, не забудьте написать свой ник еще в Инстаграм, для того, чтобы потом можно было найти вас. А то вы любите участвовать в розыгрышах и теряться. А это будет, скажем так, какая-то гарантия, что мы сами вам сможем написать для получения выигрыша.